Здравствуйте, Николай. Это видео про ваш новый одуванчик. Вот он, одуванчик на моем тестовом объективе. Вы можете сначала также наклеить одуванчик на двухсторонний скотч и проверить его в камере. Калибр у вас должен был остаться от первого одуванчика, но хотя здесь калибр не нужен, здесь нужна, смотрите, точная ориентировка среднего контакта одуванчика. Вот видите, когда вы смотрите вот так вот, у вас справа один контакт и слева 4. Соответственно, если вы смотрите сверху, слева 1, справа 4. Не перепутайте, иначе одуванчик сгорит. Ориентация точно на красную точку, если она у вас есть на объективе, или обычно на никоновских объективах черная стрелочка и черная точка. Вот средний контакт одуванчика должен смотреть точно на черную стрелочку и на черную точку. Кусочек двухстороннего скотча я вам вместе с одуванчиком присылаю. Клей, как обычно, наносите только после того, как убедитесь, что одуванчик установлен вами правильно, границы его посадки отмечены. Вот. И место наклейки одуванчика на юбке объектива нужно обязательно зашкурить и обезжирить. Вот смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 300 мм и диафрагмы от 4,5 до 22. Сейчас я упакую одуванчик, и он поедет к нам, к вам. Спасибо за внимание.